Вы же прекрасно знаете, что мне плохо с казахским. Вы специально это делаете? Нет, я не. Он дай жок. Вы же знаете русский. Ахтубеде, Ахтубеде, бәр қазақша сөйлейді. Я понимаю. Ахтубеде, бәр қазақша сөйлейді. Есть много русскоязычных. Мысалы, қайда, Ахтубеде, бір біздер отырысты, ош өткізбейміз. Бәр қазақ тілінде жүреді. Вы специально это делаете, что говорите на казахском, чтобы я не понимал. Что, сендеге түсінбейсің, қазақтың жігітісің, керемет түсінесің ғой сен. Все знают, что я только учу его, я только с России приехал и только учу его, понимаете? Мне не было никогда, школы казахского, мне не было языка. 23 года я жил без языка, и я только его учу. И у меня к вам просьба на русском. Что давай? Что это будет? Давай. Потом Тугжанов, как ни в чем не бывало, позвал меня фотографироваться. Микрофон такой, я полотен. А что я полотен? Суретки чуваться будете. Потом мы поехали в еще один дом, где целый аким области считал, сколько утят во дворе. У меня к вам очень много вопросов. Могу сесть в машину и задавать их. Сейчас на один объект поедем, там как раз поговорим. Все, так. Ну не тут-то было. Потом еще несколько часов Тугжанов ездил по каким-то дамбам. Кстати, вы же помните, наличие внедорожных авто у акимов всегда объяснялось необходимостью ездить в районах по бездорожью. Спрашивается тогда, почему аким на такой объезд, где джипы иногда проезжать еле могли, приехал на обычный Kia? Ему даже пришлось пересесть на чей-то частный крузак. И потом, когда он приехал уже на четвертый объект, с того времени, как пересел на внедорожник, оказалось, что и это еще не все. Куда еще? Объекты. Еще? Объекты. Еще одну дамбу. Еще одну дамбу и все? Да, у меня же официальная поездка. Да, я понимаю, но у вас... Поедем все. И даже потом это не заканчивалось. Еще? Я не устал, просто я жду вас. Еще один объект? Да. Вы знаете, иногда казалось, что поездка никогда не закончится. Даже сам Тугжанов начал уставать. Водить куда я? Все, закончили объект? Нет, не закончили. А какие еще объекты у вас? Еще три объекта. Устали? Ау. Устали? Нет. Вам не жарко в толстовке? Нет, нет. Без рукавки? Жара же. Знаете, как хорошо вот так в одном? Да. Не жарко? Сен маған қарағанда жастау өмір сүрген жігітсің ғой. Сондықтан оны көп білмейтін шығарсың деп ойлаймын. Сұлап күш маған. Білесің бе, біздің аталарымыз күн ыстықта тон киіп алғандарын? А, оны білмейсіңдер. Қалай өзің, шаршаған жоқсың ба? Я не устал. Молодец, правильно. Таке должен быть. У меня рабочий день. 1:30 заканчивается. У меня тоже. Мне бывает, до утра тексты пишу. До утра? А по селам бывает вот с 8 утра и вот пока не стемнеет, ходим пешком. Не на крузаке, а пешком. А олдар мен жүрсің бе жаяу? Конечно. Да. Я полстраны обошел. Мана ол айтсаң жаяу жүреді едік қой біраз. Айтпадың ба? Қайда?